Всем привет, ребята. Продолжаем серию выпусков по ширпокейсам с сайта EasyDrop. Как обычно, закинул на баланс, используя промокод 40% 250 рублей. Вот эта сумма получилась. Вчера я крутил кейсы уже без видоса. Без видоса. И покажу, что там вчера выпало мне. То есть вот эти вот три скина, это мне выпало все вчера с первого кейса. То есть, ну, сами вот видите, да, какие. То есть, в принципе, нормально. То есть, в принципе, очень даже сносно, очень даже терпимо. Если посмотреть то, что сейчас доступно, ну, то есть, вот это вот все доступно, и на какую сумму, то есть, на 854 рубля. То есть, в принципе, неплохо там очень, да? Вот, ну, колесо у меня там еще до него 3 часа ждать. А, бесплатных кейсов, по-моему, уже все, хер, да? То есть, через 2.57 там только попытка будет доступна. Для этого тоже там хер пойми чё. Ну, короче, открываем, как обычно мучаем наши ширпокейсы. Если вы до сих пор не подписались на канал, то делайте это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а я начинаю. Чё это громко-то, блин? А, в наушниках. Чё, серость? Серость. Ну, начало прям отличное. То есть начало многообещающее, да? Блять. Как же ты в наушниках-то громко звучишь прям. Аж прям по ушам бомбит. Так, чё, какая сегодня на сегодня стратегия? Какая на сегодня стратегия? Попробуем, конечно же. Конечно же. Контракты, если на них что-нибудь там высыпется там, да, то есть все, что больше 40 рублей упадет, это я в контракт запендюрю. Вот. А, во, слушай, чуть не профукал его, как бы серая какая-то хрень. Ну ничего, то есть первое, давай теперь быстро откроем, посмотрим. 777, три семерки, тут тоже ботва какая-то. Давай еще пару разочков. Ну, как бы так себе. Так вообще себе ни о чем. Давай. Вообще ни о чем. Пока что у нас в контракт есть один предмет. Ну, я, конечно, думаю, то есть апгрейды стоит делать. Какова там вероятность? Вчера же там какой-то Фамас мне там сыпанул. Поэтому шансы, что сегодня там что-то даст вообще. Ну, тут начало вон какое прям. То ли правда, он что-то, может, смотрит там, сколько слил, сколько не слил, вывел, не вывел. Может, как-то влияет это все. Не знаю. Вот, я, кстати, компьютер же купил себе, как вчера я говорил. То есть купил комп. Сейчас там надо ставить на него винду. То есть не стал брать винду, потому что нахер за нее неохота платить, там что-то 7000 винда чисто стоит, тем более у меня на старом компьютере на харде винда стоит, просто можно хард перекинуть и все, и не париться по поводу винды. Но хочу попробовать установить с нуля, никогда этого не делал, все-таки какой-то тоже опыт. Ну и что это вот за херня? Ну, что-то похоже, сегодня мы с это без контрактов, без апгрейдов и без всего вообще, что можно, может быть. Без дропа. А я видос-то включил. Стандартный вопрос в каждом видео. А я видос-то включил. Включил. Все, вот тут стой. Опа, вообще видали, там прям на волоске буквально. Прям буквально на волоске. Тут прям сильно-сильно. Ух ты. Что-то выпало, да? Ну, опять кимоно вот это, да? Что-то это. А вы заметили, что он с периодичностью с какой-то дает? То юспики, то тигры.
то иглы сыпятся, то сейчас кимоно падает. Тут нету кимоно, да? Непонятная какая-то это принцип. Принцип действия непонятный. Все, стой, сволочь. Эх, вздохнули. Эх, эх, эх. Эх, эх, эх. Эх, ух, ух, ух. Это там тоже как бы ни о чем. Ни о чем. Ни о чем, ни о чем, ни о чем. Тоже ботва. Ботва за ботвой, короче. Ботва. Блин, я думал уже ноль, а там еще, оказывается, что-то на балансе есть. Оказывается, что-то есть на балансе. Давай еще быстренько. У-у-у-у-у. Ух ты. Прям видали, видали? Вот это он меня дает прям. Слушайте, я просто, конечно, в ахере, как он это отсыпает сегодня. Высыпает. Сегодня у сайта настроение просто отличное. Так, а сегодня что, 13... А, сегодня же 13-й выпуск, понимаете? 13-й выпуск, чертова дюжина. Как говорится, хер-то там. Ну, без него не обойтись. Нельзя будет сделать там 14-й без 13-го там, да. Поэтому, чё уж, терпи, терпи. Ну, один плюс ролик не затянутый получится, там, коротенький. Коротенький. Ну, до конца один хрен, их все равно никто там не досматривает. Ну, мало ли там кто что захочет. Отделать нечего, вдруг решит посмотреть полностью ролик, как EasyDrop Ширпа кейс конкретно сливает. Фигня всякая, да? Слушай, ну сегодня что-то вообще прям... Вообще ни о чем. Реально, вообще ни о чем. То есть африканская сетка. Как бы прям беда-бедовая. Ну сегодня, наверное, даже на это... На контракт... Не наскребем. На контракт даже не наскребем. Прям. Что не прокрутка, то слив. Слив. Даже вот. Вчера, по-моему, вот тут, наверное, остановился, да? А вот сегодня хер. Может, надо с это вывести все эти скины. Потому что, может, они реально пока на балансе, он это не хочет ни хера давать. Вот, ну, это как бы мое предположение, черт его знает. Сейчас и думай там. Выведешь скины, он так опять не будет давать, и будешь думать, ну нахера я выводил там, да? Ну. А, ну тут все еще, сейчас две прокрутки, и я пошел. И я пошел. Сегодня он у меня быстро, быстро он меня сегодня слил. Ну там, в принципе, он с бесплатных навыдавал. И все, говорю, ну, что еще надо, да, типа, навыдавал с бесплатных, что тебе еще надо? Давай еще тут. А, подожди, что-то здесь. Пиксельный камуфляж. Пиксель-шмиксель выпал. Вот, тогда мы в контракты. Серость вот эту всю. Серая хрень какая-то, больше полтинника выпала. Ну что, знакомая нам... Первую букву знакомого нам слова пишем. Чё, сфинкс? А я сперва прочитал там какую-то. Сфинкс, не, мне нахер такая. Наклейку я, вот наклейку я буду апгрейдить. Давай сотку, мне, потому что они нахер не нужны. А вот за сотку, если что-нибудь сейчас зафигачим. Дартвинг, нет, это мне нет тоже. Давай вот бога червей, я уже какую попытку делаю этого бога червей скрафтить. Сапгрейдить. Нихуя не получается. О, блин, материться ж нельзя. Капец, капец, капец. Я опять за это. Ну. Что-то какой-то он прям бог червей не дает вообще. Не хочет вообще прям. Не хочет.
Так, тут. А ну вот. Ну, оставим задел на завтра, если что, да, за 40. Оставим. А может его просто в этот, в апгрейд запиндюрим. Сейчас попробуем опять там бога червей с меньшим уже шансом. Как вот он, хрен его знает, как он себя поведет. А сейчас вообще 4 ножа возьмет и даст. И так, тогда я буду в офиге. Блять, кто-то там названивает. Потом отвечу. Некогда сейчас разговаривать. Ту-ту-ту-ту. Галиль-ганиль. Ну, давай еще прокрутос. Прокрутос, прокрутос. И сегодня полный отсос, да, получается? Что-то синее выпало. Охо-хо. Охо-хо. Смотрите-ка. Прям-прям-прям. Прям-прям-прям. Прям что-то такое интересное, да? Еще что ли? А, ну я поверил, что он еще второй раз даст такой же. Я прям поверил. А хер-то там. Хто там. Там, ну вот, на один есть, давай еще один и до свидули, и до свидули. Так, это хрен. Так, ну так, давай апгрейд вот с этого попробуем мы бога червей опять, как я и хотел там. Так, а где, а чё, все, бог червей закончился, что ли? Что-то быстро он как-то закончился. ОВП, АВПшная. Так, ну тогда давай вот этого попробуем. То я этой бабой бегаю, как-то играю. Хоть пусть мужик будет. А, ну тут и не будет. Так что пусть мужик не будет. Ну не будет, так не будет. И все тогда. Все, дальше я ничего пробовать не буду. То есть, ну, сегодня какой-то выпуск прям... Прям вообще бомбезный, да, то есть ни хрена почти толком ничего не выпало. То есть что у нас тут выпало? Ну, то есть вот эта вот штука выпала только сегодня, да. Ну, сколько? 4 скина по 40 было, и вот этот на 92. То есть 4 по 40, плюс этот по 92. А, ну, в принципе, смотрите, ну, то есть ни контракте, ни апгрейде. То есть я, в принципе... На 250 рублей я выбил скинов. Ну, это как бы, конечно, ни о чем. Цель-то не эта. Цель у нас все-таки в любом случае стоит нож. То есть цель у нас стоит здесь из ширпокейса выбить нож. То есть за оставшиеся там сколько у нас там еще? 17 выпусков. То есть нам нужно выбить нож. Ну, тут как повезет. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВК, пишите ваши комментарии, пишите ваши отзывы, предложения. Все, всем пока, до новых встреч.